И, наконец, правило Маслоу. Это имя, я думаю, знакомое. Да? Это знаменитый психолог Абрахам Маслоу, который известен своей теорией базовых потребностей человека. Поэтому правило Маслоу звучит так. Опирайтесь на базовые потребности человека. Их вообще-то пять. Я просто напомню, но никто не должен знать. Четыре – потребности недостатка, а пятая – это потребность роста. И вот, естественно, самое первое, он говорит, это basic need for life. Это потребность в самой жизни. А дальше он уже говорит, вторая наша потребность, уже не витальная, это потребность в социальной защищенности. От холодильника до счета в банке. А дальше он говорит, не менее важное, может быть, для кого-то и более важно, это потребность в уважении и самоуважении. А дальше он говорит, это потребность в интимных отношениях, любовь, дружба, корпоративность. Этот нюанс. Смотрите, это все потребности и недостатки, они есть у каждого человека. Вот если мы возьмем, например, любого из вас, и мы будем говорить, потребность самой жизни витально есть, есть, уважение и самоуважение есть, есть у каждого из нас, у него в том числе, интимные отношения, дружба, любовь, корпоративность есть, и, естественно, каждый человек не откажется от социальной защищенности. А вот пятая потребность, говорит Маслоу, она может быть, а может не быть. Это то, что он называет self-actualization, самоактуализация. Сама